Экс-глава правительства Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в примерно 42 миллиона евро. Он признан виновным по всем статьям обвинений, выдвинутых против него по делу о государственном инвестиционном фонде SRC International. Судьи сочли доказанным, что бывший премьер злоупотреблял властью с целью отмывания денег. Общая сумма ущерба, которую понес в результате этих действий инвестфонд, составила около 9 миллионов евро. Наджибу Разаку грозило тюремное заключение сроком до 20 лет, а также телесные наказания, удары ротанговыми палками. Экс-глава кабинета проходит главным фигурантом и по нескольким другим, более крупным коррупционным уголовным делам.